Москва, 31 июля 2020 года. Пошел дождь. Вот она, тучка зависла. Сразу после дождя так свежо стало на улице. Сегодня, кстати, прохладно. Хочу пожелать всем хорошего дня, отличного настроения, мира, добра, блага, здоровья вашим родным и близким, также родителям. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну и до скорого, увидимся. С вами был Сергей 56 Рус. Ставим лайки.